Самолетами менее метра, только вдумайтесь, своего ведомого можно за крыло поставить.
трогать! Одно мгновение, и стрижи уже в пилотаж на порядке стрела. Как вы заметили, что летную программу отличает большое количество сложнейших фигур пилотажа и множество перестроений в различные пилотажные порядки. Этот строй называется «Стрела». Роль ведущего для ведомых пилотов выполняет хвостовой ведомый. «Стрела» выполняет заход на косую петлю. Встречаем наших гостей! Работа в пилотажной группе – это точный расчет, отличное знание техники и аэродинамики, психологическая совместимость, полное доверие и взаимопонимание. Как вы видите, это единый организм, чувствующий друг друга и думающий друг о друге в каждую секунду полета. Заслуженный военный летчик России, летчик-снайпер, полковник Сергей Осякин. Выпускник Качинского авиационного училища летчиков 94 года. В совершенстве владеет полным комплексом одиночного и группового пилотажа. Сергей Иванович победитель в одиночном пилотаже на конкурсе пилотажных групп 2015 года. Левый ведомый, военный летчик первого класса, подполковник Дмитрий Зубков. Выпускник Армавирского авиационного училища летчиков 2003 года. В основной команде летает с 2013 года. Внимание в небо! Обратите на четкость и слаженность свое внимание, как филигранно они перестроили широкую пирамиду. И вращение! Браво, браво нашим летчикам! Молодцы! Похоже, что синхронность у нас в крови! Синхронные почки с составом четырех самолетов МиГ-29. Ведомый военный летчик первого класса, майор Дмитрий Рыжеволов, выпускник Армавирского училища летчиков 2003 года. И хвостовой ведомый военный летчик первого класса, подполковник Денис Кузнецов, выпускник Армавирского училища летчиков 2002 года. В основной команде летает с 2010 года. А сейчас уникальный строй, дорогие друзья, колонна. И на ваших глазах вы увидите изюминку этого строя. Перестроение из колонны в ромб. Аплодисменты нашим летчикам. Не так ли? Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз слушать. Вы согласны со мной? Молодцы! Дорогие друзья, пилотажная группа «Стрижи» — это не только красивые самолеты. Профессиональные летчики. Браво нашим техникам! И браво нашей дружной команде пилотажной группы «Стрижи»! А сейчас ведущий заводит группу, чтобы порадовать вас роскошным роспуском в тюльпан. От всего сердца пилотажной группы «Стрижи»! Браво!
этот тюльпан надолго останется в ваших сердцах, дорогие друзья. Группа выполнила распуск, и в небе остался ведущий группы Сергей Секин, чтобы продемонстрировать нам элементы одиночного пилотажа. Закупают до сих пор. И в этом большая заслуга нашей пилотажной группы. В кепочке-бандиточке, в гриндерс, джинсы, клёш, девочкой-блондиночкой Костромской гаврош. Беспредельщиком я не был, младших защищал. Справедливость мою кредо, за базар свой отвечал. За друзей стеной бетонной и врагов давил, как вож. На кармане постоянно перочинный нож. Справедливым и жестоким очень нелегко. Утирали нос мы многим, как боксер Кличко. По улицам, проспектам, бульварам и дворам, с борьбой за справедливость мы шли по головам. Спиной к спине за слабых, лицом к лицу за честь. А сколько было битых, наверное, не счесть. Было дело, получали сапогами по лицу. Силы вражьи превышали, улица на улицу. И понятия не в моде, беспределом прет народ. Побежденные на взводе, все гадали, что их ждет. По улицам, проспектам, бульварам и дворам, с борьбой за справедливость мы шли по головам. Спиной к спине за слабых, лицом к лицу за честь. А сколько было битых, наверное, не счесть. Грудью голой на кастеты, на дубины и стволы, и тюльпаны, и валеты нам лимонили понты. Мы блатными не считались, криминалом делу нет, и за правду все держались, ожидая новых бед. По улицам, проспектам, бульварам и дворам, с борьбой за справедливость мы шли по головам. Спиной к спине за слабых, лицом к лицу за честь. А сколько было битых, наверное, не счесть. По улицам, проспектам, бульварам и дворам, с борьбой за справедливость мы шли по головам. Спиной к спине за слабых, лицом к лицу за честь. А сколько было битых, наверное, не счесть.